Сегодня 1 декабря, первый день зимы, сыро, но температура плюсовая. У меня день начался с того, что коровы убежали, и корова вместе с теленком в том числе убежала куда-то. Только что волновался, чтобы она где-нибудь его не оставила в каких-нибудь корчах. Но, слава богу, он нашелся в корчах, а корова стояла вдалеке от него. Вот я бы побегал. Вот он стоит. А корова его зовет. Ну что, надо его как-то назвать, что ли? Как этого бычка назвать? Иди. Иди к мамке. Писает, стоит. Мамка там зовет. А прошлый осел этой коровы, когда был, корова отселилась прямо вообще в такую сырую погоду, просто в очень сырую. И пришлось теленка забирать в дом. Я его тряпками вытер. Тоже в хлеву было настолько сыро, то есть вообще, ну, то есть хлев был дырявый, ну, впрочем, как и сейчас. И пришлось, там, я его придумал соску из пакета от кефира, его поил. А потом, когда он уже там получше стал, поднялся там туда-сюда, я его уже перенес потом. Вот. Блин, все это время стоит и писает. Ты-то такой, да? Ты бык. Эй, ты. Хорошенький такой, да? Хорошенький, да? Он думает, что это мамкина сиська. Иногда он сосет так. Все, иди к мамке. Давай. Иди. Иди к мамке. Иди. Пусть мама услышит, пусть мама поймет. Или что-то там найдет. Иди. Пусть мама меня непременно найдет. Она такое на свете, что были потеряны дети. Иди. Немножко переволновался я, конечно, по этому поводу. Он мог замерзнуть где-нибудь. Так, стыковка. Сиська, сиська, сиська. А, еще забыл сказать, что вчера приезжал ветеринар, и все в порядке, вы достали послед. Заложили лекарство во внутренние органы коровы. Послед оказался цельным, его нормально, он нормально достался. Правда, Мерседес. Сейчас нужно будет отвезти корову домой и сдоить ее, потому что вымя наполнено, надо сдаивать чаще. Вот не знаю, что с теленком делать, оставлять его на пастбище, какой-то он мокрый весь, сырой, с одной стороны, а с другой стороны, он бы часто пил молочко у коровы. Подумаю, может быть, его оставлю, но собаки могут какие-нибудь загрызть. С другой стороны, корова может защитить их.
Milky Way. Давай, давай, бей ее. Мне корова так бить не разрешает, паскуда. Вчера хотела ногой меня даже легануть за такое. Только малому. За таким можно наблюдать вечно. Рыбка тоже не прочь бы молочка надубасить. Она дубасила молочко очень долго. Теперь менее приятное зрелище. А еще есть такая фишка, как то, что корова может зажимать молоко. То есть ты вроде бы доешь, ты вроде бы сдоил, а она умеет там зажать так молочко для теленка. И ты можешь подумать, что ты сдоил. Хотя нет. То есть умеет так делать. Это царь горы. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Скоро будет новое-новое видео. С Богом.